Вместо медицинских институтов сразу в Академию войны поступали девочки, как будто снились им грохочущие сны. Ну а наяву они спасали с поля боя раненых солдат и сквозь черный пепел вспоминали белоснежный яблоневый сад. Сестры милосердия, девушки весны, островки спасения посреди войны. Сестры милосердия, милые сердца, ангелы бессмертия бойца. Помню, как очнулся в лазарете, ни сапог, ни каски рядом нет. Понимаю, вновь на белом свете, раз вокруг халатов белый цвет. Заново родиться получилось в миг, когда склонилось надо мной сердце, излучающее милость, вместе с кореглазой медсестрой. Сестры милосердия, девушки весны, островки спасения посреди войны. Сестры милосердия, милые сердца, ангелы бессмертия бойца. Несмертельной оказалась рана, стало быть, признаться мне пора. Медсестра по имени Татьяна, самая прекрасная сестра, швы снимая, тихо причитала: ничего, до свадьбы заживет. А сама, конечно, понимала, что опять отправлюсь я на фронт. Сестры милосердия, девушки весны, островки спасения посреди войны. Сестры милосердия, милые сердца, ангелы бессмертия бойца.